вычеркнув родные для меня адреса. Вот смотрите, я еще не начала, сколько народу у нас уже. А будет еще больше. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Есть звук? И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе все времена назло. Зовут меня Виктория Черенцова. Я участвую в конкурсе «Московская весна акапелла», мой номер 93. И на официальном сайте конкурса вы сможете проголосовать за меня, если вам понравилось мое выступление. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник без лица. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В глубине чужих территорий молишь о своей судьбе. Из чужих рассказов и историй ты узнаешь о себе. Словно перелетная птица ищешь место без конца. Может, даже так судьба сложится, что под маской нет лица. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Если счастлив в этом мире каждый, буду счастлив я. Спасибо! С вами была Виктория Черенцова, «Московская весна акапелла». Я хочу вас пригласить 8 мая в 13:00 в парк Горького, где состоится гала-концерт этого конкурса. Друзья мои, приходите обязательно и голосуйте на меня на сайте. Голосуйте!